Все правила мы знаем, и даже без включения, и говорим спасибо за ваше обучение. Приглашаем учителей русского языка и литературы. Те, кто не желает получать эти знания, вкладывают против Бога. Особый пример – стремление заниматься разной деятельностью одновременно и привлекать к ней ни в чем не повинных детей. Любимое оружие – торговые слова. Обладает удивительной способностью побуждать детей делать то, что им надо. Потепление периодически чередуется с похолоданием. Особый пример.
имеет склонность к открытию прочих знаний, обладает неповторимым шармом и обаянием, всегда обо всех и обо всем знает, на всех местных деятелей имеем досье. Знания отличные, говорим, окей, на уроках страшно нам без словарей. Знания прекрасные, говорим без сердцу, все шпионы мира, вряд ли что поймут. Приглашаем учителей иностранного языка. Зубкова Татьяна Владимировна. Зубкова Татьяна За 5 лет обучения сменились многие преподаватели. Учителя приложили максимум усилий для неразглашения тайн обучения иностранным спецслужбам. Используя личное обаяние, они выработали у учеников способность в любой обстановке на вопрос «Do you speak English?» ответить четко «Нигерштейн». Знаем все столицы мира, реки все и все моря, горы все и все долины только вам благодаря. Мир животных и растений вами был открыт для нас. Познавательные темы мы выучивали в раз. Приглашаем учителей географии и биологии. Пушкина Елена Афанасьевна. При ближайшем рассмотрении в нем чувствуется твердость и несгибаемость. Замечены в пропаганде охраны животного, растительного и окружающего мира. Особые примеры – современные привлекательные, натуры артистичные. Мобильно поздравляем и продвинуто спешим.